Девчоночки, всем привет! Вот и новый влог. И я купила коробочки IKEA, которые я показывала в предыдущем влоге. И вот смотрите, как я их решила сделать. Получается у меня красный, черный и еще раз красный цвет. Кстати, Максим предложил мне вот такой вариант ящичков, расположение ящичков в стеллаже по диагонали, видите? Но мне, кстати, этот вариант что-то как-то не очень. В общем, я сейчас и переделаю, как у меня было. Ну и вот, девчоночки, постельное белье IKEA, которое я купила Максимке. И Максимке, и Владику оно очень понравилось. Такое хипстерское, классно, столько животных. И смотрите, тоже у нас пододеяльник двусторонний. Но единственный минус, что здесь нету просто не всего одна наволочка. Придется что-то докупать другое, потому что в этот раз я использовала старое постельное белье. Ну вот, девчонки, смотрите, такие носочки беленькие у меня и такой беленький халатик сегодня в твою я прикупила. И как Максимка сказала, оно подходит к этому постельному, к новому белью. Потому что, смотрите, здесь звездочки, вот, и здесь тоже звездочки, такое прикольно. Мне очень нравится и тепло, так как я уже вам сказала, я приболела немножечко. Вот, сейчас буду валяться на кроватке и, наверное, смотреть какой-нибудь фильм. Кстати, я подсела на сериал, на такой, на два, короче, я смотрела сериал «Менталист». Вот, а сейчас смотрю сериал «Зона». Блин, я от него фанатею. Я смотрела его 10 лет назад и снова пересматриваю. Он обалденный. Советую. Девчонки, сейчас буду делать вот такую запеканочку творожину. Ну, еще что-нибудь приготовлю. Покажу вам. У меня на обед сегодня будет омлет и еще запеканочка к чаю. Девчоночки, наконец-то мы сменим наши старые шторы на новые. Нам пришел заказ. Мы делали его как раз, наверное, позавчера. Заказали шторы красные с золотом. Смотрите, какие они классные. Я думаю, они подойдут под цвет. Вообще, кстати, идеально подходят. Смотрите, у нас обои красные с золотом. И шторы будут такие тоже темно-красные с золотом. Вот. И взяли мы вот вуаль такую под цвет этой стены на черную. Ну, вуаль прозрачная. Сейчас посмотрим, как все это будет, конечно, смотреться. Тут не очень. Вот. Но я думаю, будет лучше, чем это. Так, запомните этот вариант и давайте смотреть новый. Ну вот, девчоночки, темно, конечно, но примерно так у меня получилось. Смотрите, какие классные шторы, красно-золотые, и они очень-очень сочетаются с обоями, с красными. Вот, ну и вуаль у нас идет, получается, черная, но тем не менее прозрачная. И она подходит к обоям на этой стене. Смотрите, она тоже черненькая. Вот, шторы и вуаль, точнее, органзу выбирал у меня муж. Ой, чуть не упала. Вот, выбирал муж, и, в принципе, я думаю, результатом готовым он будет уже доволен. Ну, мне так себе. Конечно, я ожидала, что будет лучше, но ничего, по крайней мере, лучше, чем было. Практически каждый день делаю творожную запеканку и делаю рагульки или пироги с картошкой. А сегодня решила первый раз в жизни попробовать с яйцом. Посмотрим, что получится. Ну что, девчонки, вот такой пирог с яйцом у меня получился. Большой и вроде такой неплохой, интересный. Сейчас буду делать рагулечки с картошечкой. Ладушки пеку, сделаю пирог с картошечкой, картошку и пюре. Что-то меня все пробрало на картоху. Девочки, смотрите, какая красотка будет у меня теперь на туалетном столике стоять около кроватки. Такую лялечку красивую, это ручная работа, мне подарил Максим на 5 лет наших отношений. Я попросила именно эту куколку, она мне очень понравилась, сделала девочка из другого города, и мне сегодня в Вологду ее привезли. Вот такая ляля, смотрите, стоит 1700 рублей. Если кому-то интересно, могу оставить ссылочку, и можно будет, наверное, заказать, вам вышлют почтой. Вообще просто красотка, все так красиво, все так классно сделано. В общем, я хочу коллекционировать таких лапушек, и, наверное, это не последняя куколка в моей коллекции. Первая, и будут у нее еще подружки на этом туалетном столике. Я сейчас обязательно постараюсь вам ставить фотографию этой куколки и еще двух, которые я хочу, а может даже больше поставлю фотографию, потому что очень много хочется таких куколок красавиц. А вы когда-нибудь занимались такой ерундистикой? У вас было ли желание в 31 год коллекционировать куклы? В общем, не знаю, я так вся счастливая. Доброе утро, девочки! Сегодня буду пить кофе с пирогами и с маршмеллоу. Вот у меня такая баночка из Фикспрайс, вообще обожаю ее. И, короче, у меня еще метаболик будет после завтрака. Приятного аппетита! Девчоночки, привет! Что-то давно я ничего не снимала, потому что в моей жизни ничего интересного не происходит.
Сходила в магазин, взяла Максимке к икеевскому белью белую наволочку, ой, белую простынь и белую наволочку. Ну и еще взяла вот такую наволочку какую-то с машинками. Вот, так что так, в общем, не знаю, может сегодня удастся выбраться по магазинам, потому что мы сходили только за шторами, хотели заказать шторы в гостиную, но что-то нам ничего совершенно не понравилось. Вот поэтому я пришла домой, сейчас посмотрю сериал и, ну, не знаю, буду что-нибудь готовить вкусненько. Вот, если будет что-то интересное, обязательно для вас посниму. Сегодня на ужин у нас будет не энерджи, а, наверное, салатик. Тут перец, помидор, огурец и маслины. Девчонки, привет! Давно для вас не снимала, но постараюсь сегодня как-то доснимать и выложить видео. Меня тут выругали, что я постоянно выкладываю видео еды, что я постоянно жру. Мне написали там чуть ли не матов, куча комментариев. Но, тем не менее, кушать я от этого не перестану и снимать видео еды я не перестану. Сегодня у меня на обед будет омлет и креветки. На ужин будет Energy Diet. У меня сильно отросли ногти, мне надо как-то срочно на маникюр. Вот. Но я сделала еще, кстати, девочки, большой заказ Faberlic, Avon и Oriflame. И в ближайшее время мне все это придет, и я вам с удовольствием все покажу. А на этом буду с вами, девчоночки, прощаться. Пока-пока!